Звуки цветут, лишь на туме. Я бегу. Не забудки цвету. Двигайся. Ты мне предлагаешь? Нет, пока. Пощелкать семечки где-нибудь на Эльфийской башне. На Эверест. Или в монастыре буддийском где-нибудь в Тибете. О, мама, такая страшная волна. Обратите внимание. Ну, фотоаппарат почему-то это не видит. Маленько не снял. Я буду снимать, ты будешь ловить. Я плавать не умею. А я так быстро бегать не умею, как река несется. Она вот с такой скоростью понесется и все. Нет, ты в нее прыгнешь, в реку. Какой смысл? Уже надо успеть где-то убежать вперед и достать там, чтобы не мучилась, да? Да. А то мало ли как захлебываться, может быть, это жуткие мучения. Слышал, что, ну, читал где-то, когда вода как только в легкие попадает, сразу мгновенный спазм легких получается. Сразу человек теряет сознание, и дальше ему уже по барабану все дальше происходит. Да, да. Я-то знаю, я же там, ну... После эйфории там ничего не было. Жутко волновалась, видела перед собой все эти пузыри, так прикольно, так свет, так пузыри вот эти, так клево. Волновалась, я думаю, черт, еще, наверное, руки видел, как я вот так вот тянулась. Потом раз, ключка такая, ничего не вижу, просто свет такой. И вообще, это охренеть, это офигеть просто. Вообще ничего не чувствуешь, вообще так клево. И потом раз, хватит меня, вытащили, и так задыхаешься, режет все вот это больно. Думаешь, нахуй. Реально, так нахрена меня вообще вытащили. Каким-то образом. Ну. Можно не бояться смерти и при этом хотеть жить. А тогда, на тот момент, я не очень не знала, хочу я жить или не хочу, просто я знала, что я не боюсь смерти.